проблематично определить и отличить поддельные денежные купюры от настоящих. Поэтому сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регулярно обращаются к гражданам города-курорта Анапа, а также проводим профилактические мероприятия, связанные с недопущением и профилактикой сбыта поддельных денежных купюр. Для примера были взяты оригинальная 5000-я купюра и подделка. В последнее время мошенники освоили новые технологии, которые позволяют делать фальшивки высокого качества. Но есть несколько приемов определения оригинала. К примеру, если на подделке сильно потереть серийный номер, он сотрется. Еще одна важная деталь. На оригинальной купюре блестящая лента, прошитая внутри, не отстает от бумаги. А вот на подделке острым предметом ее можно спокойно отсоединить. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание на состояние банкноты и ее плотность. Если купюра расслаивается, налицо факт сбыта фальшивых денежных средств. Однозначно стоит отметить, что купюра оригинальная не может быть склеена из двух половинок бумаги. Сотрудники полиции также ведут разъяснительную работу среди предпринимателей. Рассказывают и показывают на примерах, как можно определить подделку. В случае возникновения такой ситуации необходимо срочно сообщить в полицию по телефону 02 о факте сбыта фальшивых денежных средств. По возможности необходимо запомнить его приметы – рост, прическа, акцент. Если гражданин использует транспортное средство, необходимо запомнить марку и номер автомобиля злоумышленника.